где я стою, по-твоему? Минуточку внимания. Сейчас мы вам расскажем о нашем прекрасном проекте «Счастье жизни». Каждый человек желает быть счастлив, и каждому человеку говорят о счастье почти с первых дней его жизни. И также счастье кажется ему расплывчатым и чем-то непонятным, чем-то заоблачным. А вот сейчас как раз мы, наверное, подросли и поняли, а что же такое счастье. И теперь мы о счастье будем вам рассказывать и сказочки, и небылицы, и реальные истории. Так вот, первое – это счастье, когда вы родились. Вы открыли свои глазки и увидели этот прекрасный мир, и вы уже счастливы, потому что нет более красивого мира, который бы мы видели. Дальше вы услышали голос ваших родителей, папы и мамы, и вот вы уже тоже счастливы, они вас кормят, поют, лелеют, халят, и вы бесконечно счастливы. Конечно же, вы будете счастливы, если вас будут поить молочком матери натуральным, если вам будут делать родители зарядочку с самых малых лет, если вы будете ходить и бегать и ползать на природе, слушать пенье птиц и журчанье воды, вот вы будете жить на природе и будете внимать этому счастью природы. Конечно же, вы будете счастливы, если вы будете жить в счастливой семье, гармонично, когда родители будут только улыбаться вам и друг другу, и вы будете видеть в своей семье бесконечную любовь к вам и папы, мамы друг к другу. Вы будете купаться в этой любви и будете бесконечно каждый день с утра до вечера счастливы. Утро. Всегда вы, открывая глаза, будете радоваться дню, как будто вы первый раз родились. Дальше вы будете обращаться к всем тем высшим силам, которые дали вам жизнь и осуществили желание ваших родителей иметь ребенка. И вы будете возносить этим силам свою благодарность о том, что вы бесконечно счастливы, живя в этом прекрасном сотворенном мире.